Приветствую вас, другие подруги и подружата на канале Капитан Герман. И сегодня в нашем техническом выпуске мы будем заниматься опять рулями. Но в этот раз уже другой его составной частью. Смотрите. Если посмотреть вот сюда, вы видите там ржавчину. Это значит, что этому сальнику настал каюк, и он весь растрескался. Поэтому будем его сейчас менять. Искренне надеюсь, что этот выпуск у нас будет коротким, потому что ремонтироваться – это не самая приятная часть яхтинга, но, к сожалению, неотъемлемая. Поэтому давайте разбирать рули. Откручиваем стопорную гайку. Она нужна для того, чтобы заблокировать руль. И далее будем откручивать вот такой. Это, наверное, что у нас? 22. Так, ключ. Нет, 22 не подходит. Так, я так понимаю, что 22 это у нас был самый большой размер ключа. Поэтому мы берем adjustable spanner, или разводной ключ, или американка, или по-испански он называется lluvia americana. Lluvia ключ, американо, ну, догадываетесь. Так, открутили, снимаем руль. И сейчас главное не потерять шпонку. Так. Лодка без рулей выглядит ужасно, как и без мачты. Но мы это проверять не будем. Ну что, друзья, вы не забыли подписаться к нам на канал? Подписываемся, не забываем. Так, выковыриваем шпонку. Вот она. Это очень важно ее не потерять, потому что это уже один раз была утеряна, пришлось ее выпиливать из какого-то говна и палок. Далее, вы видите, какая эта штука ржавая? Это сейчас придется выковырять. И, блин, сейчас это будет вся ржавчина сыпаться на палубу. Гадость какая. Вот это все высыпалось только что на палубу, и теперь здесь будет просто мрак. Эта ржавчина теперь будет пятнами везде. Вот оно все. А-а-а, гадость. Зато эту штуку можно поменять. Так, вычищаем отсюда все. Потом возьмем щеткой. Щеткой вычистим. Напихаем сюда какого-то гриза, типа а-ля солидол, только литиевого. И этот сальник вставим обратно. Блин, это уже не первый раз. Где-то на 2 года хватило. Хотя странно, на тот руль, например, наливает воды намного больше, чем на этот. Почему этот ржавый, а тот нет? Может, сальник говно? Не ясно. Чистота. Так, берем вот такую штуку. На ней написано Grasso Bianco Allo Cinco. Итого цинковая мазь белого цвета. Выдавливаем, действительно белого. И теперь это все сюда давим. Так, ну вот мы его сюда запихали. Оставили место под сальник, лишнее все выдавится либо внутрь, либо снаружи. А теперь экспедиция по поиску сальника. Всего каких-то 18 евро за вот этот вот кусок резинки, но все, что с Мариной связано, все, что Марин, стоит кучу денег. Хотя ему цена там, я не знаю, наверное, 2 доллара максимум, ну, может, 3 за счет того, что у него внутри пружинка из нержавейки.
Но не все так просто. В любом нормальном магазине ты приходишь, говоришь размеры, тебе подбирают сальник, вручают его, ты его берешь в зубы и уехал. Здесь ты приходишь, и тебя спрашивают, под что? Я говорю, под руль. Лазили. Говорят, не, нету такого. Я говорю, окей, хорошо, что есть в таких размерах? Лазили, смотрели, говорит, есть для лебедки квик, для якорной. Я говорю, ну так прекрасно, давайте. Ну, он на миллиметр шире. Я говорю, ну окей, хорошо, спросите меня. Ну, им, в общем, в голову не пришло о том, что эта штука может подойти, если она даже на миллиметр шире. Ну и что, какая разница? Там ниши с головой хватает. Сейчас мы его сюда чем-нибудь аккуратненько забьем, и все. Причем, что самое интересное, внутренний диаметр, вот этот посадочный, который здесь, идет на 25 миллиметров. Тот, который стоял у меня, идет на 26. Причем он туда также одевается вообще без проблем, там даже написано 26, тут 25. Но он на него оделся без всяких проблем. Мистика. Он чуть-чуть выпирает, потому что он все-таки на несколько миллиметров больше. Но в нашем случае это не важно, потому что он там все равно сидит достаточно плотно. Поэтому сейчас мы берем и одеваем на него штурвал. Так, тут все готово. А теперь очень важный момент. Есть специальная смазка для резьбовых соединений. Мы сейчас берем ее сюда, мажем. Вот эта штука Lubrication Grease, Solid Water Resistant Grease. То есть эта штука абсолютно влагонепроницаемая. Это вообще для резьбовых соединений, которые идут на вантах. Но любая резьба, я думаю, пойдет. Ну и, собственно, теперь берем большую гайку. И накручиваем. А далее берем стопорную гайку, мажем ее этим же гризом. Вот, и вот так вот натираем. И все. Затянули. Готово. Проверяем. Друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами. Это для тех, кто нас смотрит уже давно. Те, кто с нами впервые, оставайтесь с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И вы будете в курсе того, что нового происходит в яхтинге. И как, собственно, этот яхтинг держать на плаву в хорошем состоянии. До новых встреч!